Привет, друзья, с вами Гера. У нас сегодня продолжение игры Fight Club. Будем сегодня разбираться с неприятными парнями и будем дальше двигаться в нашей лиге новичков, в которой мы сейчас на втором месте. Но предварительно нам нужно заработать денег. Для этого нам нужно доставить пиццу. Ну, я думаю, немножечко мы ее сейчас подоставляем. Вот, как помните, в предыдущей серии мы победили в подпольном бою, заработали немножко денег, но этого не хватило нам ровным счетом ни на что. Ну, то есть, чтобы закупить продуктов было явно мало, поэтому я отправился еще поработать доставщиком пиццы. Так, что у нас есть? Пойдемте сходим в магазин, закупим еды. Ты с каждым днем выглядишь все сильнее, я знаю. Штучки 4. И вот так вот пиццы. Хорошо. Что нам нужно? Нам нужно выспаться хорошенько. В принципе, можем прямо сейчас лечь. Произошло то, чего я боялся. Я съел этот гамбургер из помойки, поэтому у меня слегка просели характеристики, скажем так. Это плохо. Не могу сказать, что это прям хорошо. Ну, с другой стороны, что в этом хорошего? Есть гамбургер, непонятно откуда. Вот, поэтому я так и знал, что рано или поздно это произойдет. Вот. Он в очень неудачном месте располагался. Ну-ка, вставай, Соня. С ним ничего нельзя было сделать ровным счетом, поэтому... Неудачный бургер. Что у нас вообще на очереди? Пойдемте побегаем на тренажере. Нам нужно вкачать нашу выносливость. Вернее, продолжать вкачивать ее до 11 или до 12 даже. Вот, и я думаю, что в этой серии мы плотненько займемся роем и нашими любовными похождениями, так сказать. Нужно тоже как-то развивать, потому что я понимаю, что смотреть на бесконечные драки тоже надоедает. Нужно двигаться по сюжету. Хотя, не исключаю, я вообще планирую все-таки... Немножечко сдвинуться с места. А, кстати, у нас сегодня бой. Поэтому давайте-ка мы пойдем в тренажерку и сделаем доброе дело. Так, а что нам нужно? Давайте-ка пойдем на колесо. Нам нужно в общих чертах так подтянуть характеристики. Пойдем побегаем. Мне не нужно, чтобы ловкость ниже 3 падала. Но она может это сделать. Так вот, я планирую, что все-таки в этой серии у нас получится победить в лиге, потому что как-то мы давно к этому идем, и было бы недурно, в общем-то, это сделать. Ну, так вот приблизительно тренируемся до 11. Вполне можем докачать. Не на этой тренировке, понятное дело. Но, тем не менее. Ловко сейчас немножечко еще подтащим. Где-нибудь так, на серединку. И можно смело идти в бой. Так. Ну, нормально, я думаю. Пойдемте подеремся. У нас мистер Кикуси на очереди. И у него ловкость выше, обратите внимание. Сила такая же у него. В принципе, мы его можем победить. Я думаю, мы должны это сделать. Нам нужно его, по-моему, 2 раза победить. Потому что по очкам он нас опережает. Я немножечко... уже забыл механики, то есть я помню, что я какие-то удары ставил, но я не помню, честно говоря, какие и зачем. Ну, то есть сами характеристики надо будет сейчас посмотреть. Мы неплохо с ним справляемся, но очень много энергии тратим. Что мы можем поменять? В принципе, у нас сейчас
довольно неплохие удары. Так, давайте, знаете что, вот этот удар поменяем на блок. Поэкономим немножко энергию в этом раунде. Надо было другой удар поставить. Ну ладно. Блин, сейчас один удар, и мы сляжем. Неплохой блок. То есть во время, вот этот блок, я имею в виду, он 30% урона отражает. И да, мы все-таки немножечко подтянули нашу выносливость. Это хорошо. Продолжаем в этом же духе. Мистер Кикуси проседает по выносливости. Я думаю, у него есть все шансы в нокдаун или вообще в нокаут улететь в этом раунде. Запросто. Да, в общем-то, это одно и то же для него оказалось. Нормально, вполне сносно. О, да, мы с вами чемпионы. Только что ты стал чемпионом, это отличные новости. Круто. Мы можем с вами вкачать какой-нибудь навык. Так, все положительные эффекты длятся дольше, все наложенные на противника негативные эффекты тоже длятся дольше. Давайте возьмем. Или... Так, медвежья хватка. Модификатор блокировки. Если навык активен, блок будет пропускать меньше входящего урона, но будет потреблять больше энергии. Я понял. Каждый заблокированный персонажем удар увеличивает его урон в следующей фазе атаки. Интересно. Ладно, давайте возьмем вот эту финальную... Я не знаю, как это назвать. Финальный перк. И на время забудем про вот эту закладочку. Будем сконцентрируемся на пути черепахи полностью. Что еще? Лига новичков, текущая позиция первая. Хорошо, что у нас вообще по сюжету? Мы заняли первое место, и нам нужно идти к Дону, в общем-то, знаете ли. Давайте, кстати, к нему сходим. А, вот это я еще забыл. Уличный боец. Победить 5 раз в уличных боях. Это не просто, но у тебя получится, я в тебе верю. Давайте это сделаем. Только мы сначала к Дону сходим. Пора бы навестить Мика. Ладно. Поздравляю, чемпион, я так долго этого ждал. К сожалению, я не могу по достоинству тебя наградить. Хорошо, Мик, я выиграю профессиональную карту в плей-оффе. Медальон будет моим. Что сделать-то нужно? Бои по расписанию, очки... Так, подождите, это подпольный, вот он, плей-офф. Стадия четвертьфинала, следующий бой через 2 дня. Я понял, мы деремся вот с этим товарищем, и он неплох. Весьма неплох. 50 долларов за выигрыш в этом этапе. Слушайте, а если мы проиграем, мы вылетим вообще нафиг, да? Ну, я так понимаю, с Доном-то сейчас бесполезно говорить, потому что карточки-то у нас нет. Так, я боец подпольной лиги, мне сказали, что вы хотели меня видеть. Какие новости, Дон? Я хочу участвовать в грандиозном бою. Так, я боец подпольной лиги. Мне сказали, что вы хотели меня видеть. Наконец-то мы встретились, мой мальчик. О тебе уже ходит легенда, у тебя есть кое-что... Вернее, у меня есть кое-что для тебя. Награда. Награда? Действительно, что же это? Скоро я устраиваю бой с чемпионом из дальних стран. Победитель будет щедро вознагражден. И, конечно же, тебе потребуется профессиональная карта, чтобы участвовать. Ты мог бы на меня поработать, мне бы пригодился такой парень, как ты, и награда была бы выше в таком случае. Я боец, а не преступник, надеюсь, я четко выразился. Заманчивое предложение, возможно, будет интересно. Но давайте посмотрим, что он предложит. Я рад, что ты правильно видишь будущее, но на меня должен работать только лучше. Если ты сможешь пройти всю мою подпольную лигу, то сможешь работать на меня.
То есть нам нужно выиграть в подпольных боях и стать чемпионом. Хорошо. Давайте, что мы можем? Давайте сходим к Рою. Нет, не к Рою. Пойдемте купим еды в первую очередь. Нам все-таки нужно еще готовиться к боям. Было бы неплохо все-таки это сделать. Мы у Роя машину не починили. Ну, давайте попробуем починить немножко машину. При помощи молота. Чинить движок. Это прям... Это интересно. А, да, я же не поел. Ладно, хорошо. Идем домой. Спим, отдыхаем и на тренировку. Нам нужно качаться. Отлично. Вперед на беговую дорожку. Нам нужно до 11 докачать выносливость к следующему бою. Отжимаемся. Настроение у нас 100%, поэтому качаемся мы лучше. Сейчас будет откат. Конечно же, блин. Что, уже бой сегодня? Слушайте, нам срочно нужно тренировку. Прям вот это самое срочное, что может быть. Я все-таки хочу до 11 довести показатель. Я думаю, у нас это получится. Прям до последнего бегаем. Давай, на присед. Нам сейчас даже не сила столько важна, сколько выносливость, потому что очень много выносливости тратится на удары. Мы проседаем по ней. Ну, вы, собственно говоря, все это видели. С мистером Кикуси у нас вообще были все шансы улететь в нокдаун. Прям все шансы. Итак, есть у нас 11. Еще сейчас немножечко подберем, чтобы во время отката не просесть. И давайте подеремся, посмотрим, что из этого выйдет. Пока сохраню такую тактику. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Он точнее нас. Но у нас регенерация энергии выше. Плюс у нас броня получше. Давайте посмотрим. Удары у него сильные. Но он тратит очень много выносливости. И сейчас он улетит. Да, продолжаем в том же духе. Еще один раунд, я думаю, мы так продержимся. Потом я поменяю вот этот защитный блок. Защитный блок, какая-то тавтология. Ну, вот этот последний навык, который у меня крайне правый. Этот твердый блок. Поменяем на что-нибудь такое с уроном повыше. В общем-то, давайте вот на это. Да, у него сильные удары, но при этом совершенно не регенерирует свою выносливость вообще никак. И у него без шансов вообще против нас. Только если мы сейчас тупить не будем, промазывать там. Да, все отлично.
победили. Ну, в общем-то, все. Мы ничего не заработали, это довольно прискорбно. В следующем бою мы деремся с непонятным чуваком, которого я не могу посмотреть. Наверное, на следующий день будет понятно. Что нужно? Нам нужно домой, на самом деле. Нужно отоспаться, восстановить. Блин, отоспаться. Пойдемте-ка чуть-чуть денег заработаем, потому что нам не на что даже пиццу купить. Нам ничего не заплатили за участие в этом бою в плей-оффе. Давай, у тебя получится. Отлично. Так, когда там... это подпольные бои. Плей-офф у нас через 2 дня. Пойдем купим пиццы. Вот так вот, пару кусочков. И домой спать. Восстановим энергию опять в зал. У нас просела выносливость, как вы видите. Это плохо. Кушать. И тренироваться опять. Было бы недурно до 12 дотянуть выносливость. Стоп. Ну-ка, ты еще не набегал. Все, что мог. Нет, уже набегал. Так, теперь в зал. И опять на дорожку. Так, я понял. Продолжаем тренироваться. Ловкость надо тоже сейчас будет немножечко подтянуть. Ну, я думаю, как раз колесо справится удачно с этой задачей, подтянуть ловкость. Не успеем мы сегодня до 12 докачать выносливость на мешок. У нас уже бой, как бы. Ну давайте еще мешок немножко помотолыжим сейчас. Еды у нас нет. С кем мы хоть деремся, покажите. Не покажут. Странно, почему нам не заплатили? Вроде тут написано, что обещали заплатить. И очки не дали нам для прокачки. Очень странно. Ну ладно. Давайте драться, что делать? Парень очень сильный. У него защита ниже, чем у нас. Регенерация выносливости хуже, чем у нас. И он такой же точный, как и мы. Поэтому давайте в этой же схеме будем продолжать драться. Посмотрим, что он из себя представляет. Я думаю, неплохой идеей будет поставить тот блок, чтобы он треть урона на себя принимал. Как бы он нас не вырубил сейчас. Ну-ка, попади, давай. Ай-яй-яй, он нас побьет. Вообще офигеть, в первом же раунде.
Ты смог дойти только до полуфинала. Награда 5 очков прокачки и 50 баксов. Не сейчас, но ты был хорош. Я могу записать тебя в следующий плей-офф через 3 дня. Приходи ко мне, когда будешь готов. Я понял, нам надо тренироваться. Нам нужно тренироваться. Как обычно, покупаем еду. Нам не хватит ни на что больше, поэтому сейчас идем домой. Отсыпаемся и на работу. Денег нет. В общем-то. Мы можем поучаствовать в подпольном бою, кстати. Давайте немножко побегаем. Это не отнимет у нас много сил. Но нам нужно поддерживать форму, собственно. Сейчас побегаем и на работу сразу. Будем пиццу доставлять. Кстати, можно с черепашками подраться. Но тут не черепашки-ниндзя, тут крокодилы-ниндзя. Вот. Это там тоже есть большой квестик, связанный с пиццерией. Сейчас покажу вам тогда. Можно поучаствовать в подпольном бою и, наверное, что? Давайте попробуем. Да, мы будем биться теперь с двумя, поэтому я предлагаю поставить наш блок, потому что нам нужно два раунда простоять. У нас больше хп, чем у него, и с выносливостью у нас гораздо более приятные дела. Мы редко бьем, хотелось бы чаще. Давайте поэтому вот так вот сделаем. Отлично, первую уработали. Будем со вторым разбираться. Но он так, гораздо слабее, скажем так. Я думаю, он не должен доставить нам особых хлопот. Справимся. Отлично. Да, продолжаем в том же духе, все нормально у нас складывается. Он в этом раунде и ляжет. Я вот готов поспорить. Да, так и есть. Нормально. 7 очков заработали, 150 баксов, кстати, неплохо уже. Неплохо мы зарабатываем на этих боях. В принципе, можно даже на них зарабатывать. Что мы можем? Мы можем поехать купить еды. Наконец-то таки. Вот так вот, я думаю, достаточно. Хорошо. На этом, наверное, я думаю, на сегодня завершим. С вами был Гера. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть на своем канале. И до новых встреч. Пока.